Арт-студии «Гармония» 5 лет. Свой небольшой юбилей решили отпраздновать выставкой в городском фотоклубе. Работ на выставке великое множество. Глаза разбегаются. 25 авторов рисовали все, что душе угодно. От животных и цветов до русалок и путешествий в космос. Самому юному всего 5, самому старшему уже 65. За 5 лет у студии, говорят, было немало успехов. Самое главное, что участие в международных конкурсах и победы. 3-е место во Франции, 2-е место в Польше. Множество просто участия в разных выставках. Вот недавно в Магдебург отправляли наши работы. За участие получили дипломы. Преподает в студии всего один человек – художник Светлана Ворончихина, а учеников уже около 40. К каждому из них, утверждает Светлана, индивидуальный подход. Я хочу этим заниматься всю свою жизнь, это мне очень нравится. Здесь я занимаюсь на протяжении 4 лет, но вообще рисованием я очень долго занимаюсь, с 5 лет. Я закончила художественную школу и перешла в гармонию, мне очень здесь нравится. Я выражаю свои эмоции и получаю удовольствие, я отдыхаю, когда рисую. Я начала осваивать технику акрила и постепенно буду переходить на масло. У меня всего 3 работы, больше пока не успела нарисовать, поскольку хожу 1,5 месяца. Мои работы, в принципе, учебные. Я брала то, что мне сложно рисовать. Вот начала с пейзажа, и 2 работы включают капли, то есть техника света в бесцветном объекте. Мне это было очень интересно. Они призывают арт-студия «Гармония» попробовать каждого человека, как он способен рисовать. Они утверждают, что способен рисовать каждый человек. Нужно только получить вот эти первые навыки. Чего можно достичь, студии «Гармония» предлагают посмотреть на этой выставке. Кто знает, может быть, в следующий раз кто-то из зрителей сам сможет создать что-то подобное.